Всем привет! Это обзор светящегося ошейника фирмы Trixie. Значит, в комплектации идет зарядка, отвертка и ошейник. Отвертка нужна для того, чтобы, если вы хотите укоротить ошейник, вы отрезаете необходимое количество, откручиваете шурупчик, вставляете дальше ошейник и прикручиваете его, таким образом фиксируя ошейник плотно. Значит, есть три варианта свечения. Это мигающее часто, мигающее редко и не мигающее свечение. Значит, мы его включаем. Вот такая кнопочка. Мигает. И выключаем свет. Красота. Есть медленное мигание и постоянное свечение. Вот такой ошейник. Спасибо магазину «Шиншилка».